Всем привет, с вами Яна, и мы на канале «Эконом с нами». Сегодня я предлагаю вам посетить магазин «Маяк», который находится в северо-западном районе города Чебоксары по адресу Ядринское шоссе, дом 3. Для тех, кто не знает, хочу сообщить, что это здание бывшего завода «Контур». Посмотрим, какие новинки нам сегодня здесь предлагают. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям-подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале ежедневно выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», «Фикс Прайс», «Галамарт», «Посудоцентр», «Магнит Косметик» и «Литуаль». Поэтому с нами будет интересно, подписывайтесь на канал и приглашайте друзей и знакомых. А сейчас будем знакомиться с новинками. Вот такая новинка появилась в магазине «Маяк». Это спрей для удаления черной плесени, 750 мл объем, с курком, с распылителем, 184 рубля 90 копеек. Гель универсальный «Дося», дезинфицирующий с морским ароматом, 750 мл за 89 рублей 90 копеек, с изогнутым горлышком. «Доместос» для удаления засоров в трубах, это гель, 750 мл за 109 рублей 90 копеек. Растворяет волосы и мыльный налет, безопасно для всех видов труб. Избавляет от неприятного запаха. Подходит для сложных засоров. Уже не раз говорила, что в магазине «Маяк» в большом ассортименте представлены чистящие средства от фирмы «Грасс». Это наш производитель. Производство у них находится в городе Волжском, Волгоградской области. Хорошее развивающееся предприятие. Посмотрела ролик про эту компанию и прониклась прям уважением. 750 мл объем вот этой баночки, 94 рубля 90 копеек. Это антиналет, защита от загрязнений до 7 дней. Безопасен для акрила и хрома. Есть с ароматом ягод один вариант. И второй вариант с ароматом лилии. Порошок «Дося» Оптима, альпийская свежесть, в упаковке 6 килограмм, цена 394 рубля 90 копеек. Стиральный порошок Биолан, суперэконом для цветного белья, тоже для машинки автомат, в упаковке 5 килограмм 400 грамм, цена 244,90. Стиральный порошок Бимакс, тоже подходит для цветного белья и автоматических машин, 6 килограмм в упаковке, цена 319 рублей 90 копеек. Колгон 2 в 1, средство для смягчения воды и от образования накипи. Большая упаковка, прям огромная, 1 на 1 килограмм. Цена 379 рублей 90 копеек. Стиральный порошок Ариэль 5,7 килограмма за 419 рублей. Кондиционер Ленор в ассортименте за 195 рублей. Объем 1,8 литра. Капсулы для стирки Ариэль Color All. В упаковке 35 капсул по 24 грамма. С ароматом масла ши, 600 рублей. Кондиционер для детского белья «Ушастый нянь» с алоэ вера, 2 литра за 185 рублей. Придает нежный аромат, облегчает глажение, эффект антистатика. И второй вариант с первых дней жизни подходит. Это универсальный детский гель для стирки, тоже «Ушастый нянь». За 2 литра здесь 325 рублей. Появилась в продаже новая зубная паста «Натусана Био Минерал». 100 мл в тюбике за 95 рублей. Это зубная паста на основе биокомплекса с муцином для защиты десен и восстановления эмали. Мицеллярная вода Камей подходит для лица, век и губ. 585 мл за 155 рублей. Цветочная с экстрактом лепестков розы, подходит для всех типов кожи. Снимает макияж, успокаивает и смягчает. Зубочистки бамбуковые в индивидуальной упаковке. В этой коробочке 500 штук за 49 рублей 90 копеек. Лосьон для рук и тела Magic 430 мл за 135 рублей от Камей. В составе купаж цветочных масел. Обладает стойким завораживающим ароматом черная орхидея. Дает нежное питание и смягчение. Набор подарочный от Axe Apollo. Гель для душа 250 мл и дезодорант 150 мл. Это мужской подарочный набор за 324 рубля. Зубная паста «Новый жемчуг». 125 мл большая упаковка. Это семейная зубная паста. Насыщает кальцием, защищает от кариеса. Без фтора. Цена 35 рублей.
за 125 мл. Ну, прям замечательная цена. Такая новиночка привлекла мое внимание. Это крем депилятора. Два в одном. Депиляция и одновременно уход. В составе кокосовое масло. Это питательный крем для подхода для чувствительной кожи. 100 мл за 85 рублей. Женские гигиенические прокладки Ola Normal Base Line. 12 штук за 35 рублей. Две штучки в подарок дарит нам производитель. Они дышащие с крылышками на 4 капли. Женские гигиенические прокладки Naturella Classic. Ароматизированные с ароматом ромашки. Дышащие с крылышками. 18 штук за 85 рублей. Фонарь Era. Это светодиодный фонарь подсветка, источник света 9 LED элементов. Яркий, экономичный, долговечный, не требует замены на протяжении всего срока службы. Работает от 3 батареек, которые в комплект не входят. Время работы от алкалиновых элементов питания 40 часов за 60 рублей. Аккумуляторный светодиодный фонарь Trophy 295 рублей. С подзарядкой, с прямой подзарядкой от сети, 6 часов непрерывной работы, складная вилка, 15 LED светильников, не перегорают, не требуют замены. Другой фонарь Trophy от этого же производителя, аккумуляторный, светодиодный, со встроенным светильником. Дополнительный светильник на 12 светящихся элементов. Не перегорают, не требуют замены. Два режима и 4 часа непрерывной работы. За 365 рублей такой фонарь. Настой ароматический для бани и сауны. 400 мл баночки за 75 рублей. Есть лимон и есть мята. Два варианта я нашла в этом магазине. Большой ассортимент банных шапочек. Они изготовлены в Санкт-Петербурге. 60% шерсть и 40% полиэстер. Посмотрите. Разные рисунки есть, вот этот мне очень понравился. Всегда готов к принятию пива. Цена 80 рублей. Такие же есть рукавицы банные из того же состава. Есть петелька для подвешивания. Рукавичка стоит 45 рублей. Велосипедная бутылка для воды. Объем 850 мл за 100 рублей. Она пластиковая, изготовлена из пищевого пластика, непрозрачного. Есть красный цвет и есть зеленый цвет. Полотенце бумажное Софитон Гранд. Большая упаковка, 50 метров, огромный прям рулончик, за 80 рублей. Полотенце бумажное Фамилия XXL, тоже здесь два больших рулона, за 85 рублей. А есть предложение повыгоднее. Я сначала увидела цену 60 рублей и думаю, боже, как подорожало. Я раньше всегда покупала эти бумажные полотенца по 38 рублей. Потом увидела, что здесь два больших рулона, поэтому 60 рублей. Вот это предложение повыгоднее, чем Фамилия. Туалетная бумага Ова Специал Лонг. Они написано, мы стали длиннее. 28 метров. Один рулон 28 метров. В упаковке 8 рулонов. А это бумага трехслойная. Цена 120 рублей. Кстати, цены все показывать не смогу, поэтому не пишите мне замечания в комментариях. Здесь вот проход, здесь еле пройти можно, не то что цены снимать. Далее, туалетная бумага Софитон с серебром. Вот эта бумага, 4 рулона в упаковке. А цены еще нет. Новая бумага, хотела сказать, ох, какая новинка. Но, к сожалению, цены нет. Причем эта туалетная бумага 4-слойная, такая очень прочная, значит. Вот такая туалетная бумага, тоже Софитон Империал. Она тоже 4-слойная, то есть очень прочная. 4 рулона в упаковке за 85 рублей. Туалетная бумага Папия Делюкс. Здесь 8 рулонов. Она тоже 4-слойная и цена ее 155 рублей. Вот тоже новиночка. Туалетная бумага Релакс. Она 2-слойная. 8 рулонов в упаковке. Написано, что большой рулон. Что-то я не вижу, что он особо большой. Но слышу аромат. Прям ароматная она такая. За 8 рулонов 105 рублей. Туалетная бумага Софитон. Кстати, очень большой ассортимент вот от этого производителя появился в магазине. В упаковке 12 рулонов. Нет открытой упаковки, поэтому не смогу поподробнее показать, скажем так. Здесь двухслойная туалетная бумага за 12 рулонов 145 рублей.
туалетная бумага Плюше классическая. Она трехслойная, в упаковке 8 рулонов за 110 рублей. Такая же бумага есть с ароматом сирени. И прям вот она ароматная, да, чувствую аромат. 110, я думаю, цены нет, но я думаю, тоже примерно такая же цена за 8 рулонов, примерно 110 рублей. Ну, плюс-минус 5-10 рублей, я думаю, разница небольшая. Вот, новинка, салфетка универсальная, Хаус Люкс. Размер каждой салфетки 22 на 23 сантиметра. 125 листов в рулоне. В упаковке 2 рулона. 265 рублей. Подходит для уборки на кухне, в доме, в ванной, в туалете и для уборки в машинах. Такие универсальные салфетки. Средство для мытья посуды АОС за литр 75 рублей. Подорожал. Да, раньше за 69 я всегда покупала. С бальзамом этот гель. Вот интересная новиночка. Средство для мытья посуды Криспи пенка. Эта пенка подходит, кроме посуды, еще для мытья овощей и фруктов. Гипоаллергенная. 550 мл за 115 рублей. Есть вариант с соком груши, экстрактом базилика. Есть вариант с ценным маслом белого хлопка. Пемолюкс сода с ароматом яблока 480 грамм за 33 рубля. Чистящий порошок Сорти с ароматом лимона 400 грамм за 20 рублей. Поглотитель запаха для холодильника за 65 рублей. Освежитель воздуха «Байкальская свежесть». Борется с неприятными запахами. За 400 мл 40 рублей. Салфетки влажные, хозяйственные, универсальные, антибактериальные. 80 штук в упаковочке за 37 рублей. Влажные салфетки для детей Aura Ultra Comfort. 200 штук, упаковка с крышкой за 60 рублей. С витаминами Е и алоэ. Миска хозяйственная, 2 литра объем. Она изготовлена из пищевого пластика, диаметр 18 сантиметров, цена 110 рублей. Они только в таком цвете представлены. И вот такая крышка, здесь замочки по бокам, два замочка. Сама подобной пользуюсь уже, наверное, года два, вполне удобно, меня устраивает. Набор силиконовых крышек, эти крышки растягивающиеся, в комплекте 6 штук разного диаметра. Цена 160 рублей. Тоже подобным пользуюсь уже лет 10 и очень довольна. Их можно мыть в посудомоечной машине. Температурный режим от минус 18 до плюс 220 градусов. Набор мисок для кухни. Изготовлен из пищевого пластика. 3 штучки разного объема за 120 рублей. И если кто не видел предыдущий выпуск, я хочу повториться, потому что этот товар заслуживает особого внимания. Это набор кастрюль. Месяца 2 или 3 назад я их показывала. Говорила, что качество хорошее. В принципе, их быстро разобрали. Вот сейчас опять поступили они в продажу. Изготовлены они, конечно же, в Китае, но по немецкой технологии, конечно, под контролем этой немецкой компании. Набор кастрюль из нержавеющей стали. 3 кастрюли разного диаметра. Нержавейка такая довольно-таки, знаете, они вот нелегкие, да, бывают такие тоненькие, нет. Это довольно-таки достойные кастрюли. Объемы. Самая большая 3,9 литра, поменьше 2,9 литра и самая маленькая 2,1 литра. Цена всего лишь 2100 рублей. Да, я не ошиблась. Вот такая цена. В прошлых выпусках показывала, поэтому повторяться сейчас нет смысла, но напомню, что есть очень большой ассортимент сковороды, кастрюли, тарелки хорошего качества из опалого стекла. Вот, допустим, новая сковорода, в прошлый раз я показывала, и литая сковорода, причем это сковорода-гриль, диаметр 26 сантиметров, всего лишь 715 рублей. Различные кастрюли есть в продаже, все это вот я показывала, просто не хочу занимать ваше время лишний раз. Все тарелки, все, в принципе, все это я показывала, ничего нового я не обнаружила, так вот специально показываю сейчас обзором. Если кому-то интересно, смотрите в прошлых выпусках. Также по-прежнему есть в продаже вот эти же формы для запекания жаропрочного стекла от бразильской фирмы Marinex. Давайте вот напомню по формам, напомню цены. Большая, она прям огромная, она 5 литров. 40 на 25 сантиметров. Высота 7 сантиметров. Она стоит 516 рублей. Вот такая миска овальная.
форма для запекания с крышкой пластиковой. 1,6 литра стоит 214 рублей. Вот такая форма с ручками. 2,1 литра объем, ее цена 320 рублей. Вот такая форма. У нее ручки поменьше, у нее длина поменьше. 228 рублей, тоже объем 1,6 литра. А вот новиночка. Ваза для цветов, она так и называется, цветы. Высота 23 сантиметра, изготовлена из натрия кальций-силикатного стекла, стоит 85 рублей. Я нашла несколько вариантов. Вот один вариант вот такой. И второй вариант вот такой. Алмазная мозаика, 30 на 40 сантиметров размер, классическая, с полным заполнением стразами. Она в рулоне, цена 445 рублей. В набор входит основа холст, стразы, контейнер для стразов, карандаш, стилус, клей, крепеж и схема. Холст с красками по номерам, размер 40 на 50 сантиметров, цена 490 рублей. Краски вот есть по номерам, есть даже кисть. В состав входит одна кисть, 10 акриловых красок, основа с нанесенным контуром и тренировочный лист. Рисунки, конечно же, есть разные. Раскраска по номерам формата А3, 243 рубля стоит. Большой, огромный размер. Есть разные рисунки, конечно же, нужно приходить выбирать. Всегда в магазине «Маяк», в принципе, такой хороший ассортимент детских игрушек. Но, в принципе, я показывала как-то в двух выпусках. И вот сейчас ничего нового я не обнаружила. Просто хочу рассказать, что есть такие красивые игрушки от белорусского производителя «Полесье». Они очень яркие, красочные. И цены, в принципе, недорогие. Ну, давайте я вам напомню. Автомобиль самосвал вот такой за 325 рублей вот такого размера. Вот такой паровоз, занимательный паровоз сеточки, причем сортер, да, модные сейчас сортеры, за 395 рублей. Грузовик самосвал с набором для песка, здесь есть две формочки и лопатка, 210 рублей. Катер «Мечта» за 260 рублей. Разные цвета есть. Друзья, появился большой ассортимент канцелярских товаров, но это будет отдельный выпуск. Я специально сниму выпуск по канцелярским товарам. Скоро начнется школьный сезон. Я думаю, что это будет многим интересно. Светодиодный аккумуляторный настольный светильник «Эра». Оранжевого цвета он. Стоит 500 рублей. «Эра» – это производитель, это китайский производитель. Называется такой светильник «Фикси-свет». Встроенный аккумулятор, съемный сетевой шнур, плавная регулировка яркости и складная конструкция. К сожалению, в открытом виде я не нашла, поэтому только вот в коробочке могу показать. Мощность 4 Вт, не требует замены LED-светильников, не перегорает. На этом выпуск, посвященный новинкам из магазина «Маяк», я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал «Эконом с нами». Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться», нажимаете на нее, и с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.